Студия рисованных фильмов в Белоскуменску Белый представляет Антилопа и гепард. Сценарий Владислав Негребецкого и Ильиши Камеха. Композитор Тадеуш Кацуба. Оператор Дорота Пронепска. Художник режиссер Евгений Шкатовский. В фильме «Приключения в доме». Надувной, говоришь? Возьму-ка я это. Ну что, папа? Он заставляет детей играть с ним. Ну, похоже, дети его очень боятся. Давай. Надувной, говоришь? Возьму-ка я это. Так он заставляет детей играть с ним. Дети его очень боятся. Хитрости, зачем? Сейчас настоишь, баха. Дракон стал маленьким. Теперь его никто не боялся. У детей появился новый друг, а у дракона целых 7 друзей. Так и заканчивается эта история. Конец.